бабушки, женщины раскладывают карты Таро и им задают всякие вопросы. Вот я сейчас себя сейчас точно так же ощущаю. Как день сегодня провели? Сегодня у меня была работа с утра. Мы делали макияж на возрастной коже. Вот. А потом у меня случился завтрак в 5 вечера с подругой. Прям красота. Благодарю. Блин, у меня заела песня Канье. Я не знаю, как перестать ее петь. Екатерина, Екатерина, всем привет. Нет, я не косметолог. Да, я русская. Клиентов начну принимать совсем скоро. Следите в Инстаграме. Нет, серьезно, русская? Да. У меня есть татарская, чувашская, украинская крови. Очень много разных кровей. Привет, Али. Я с Алматы, Казахстана. Инстаграм есть в шапке профиля. Рабочий. За волосами ухаживаю каждые 2,5-3 месяца. Хожу на стрижки. Обязательно использую термозащиту, разные маски, шампунь, кондиционер. Вот. Давайте включим фоновую песню. Не хочу слушать музыку. Сегодня весь день слушала, устала. Обычно я заказываю всякие ненужные вещи, которые вижу в ТикТоке, и все, и потом они просто валяются дома. Да, получается так. Ты красивая, благодарю. Давно вас не видно. Мне 18. Нет, у нас не бывает соперничества. Ну как, знаете, оно бывает в шуточной форме. Типа, прям настоящего соперничества нет. Потому что, ну, мне кажется, это глупо соперничать. Не только с сестрами, с братьями, а в целом. Я не азербайджанка, ребята. Как относитесь к феминизму, ЛГБТ-комьюнити? Блин, если честно, нейтрально. Типа, что есть, что нету, но я бы не сказала, что я это яро поддерживаю. Это выбор каждого. Когда меня это не касается, я рада, довольна. Все. И мне кажется, что пропагандировать это не стоит. Потому что растет молодое поколение, и оно все это видит. Спасибо. Блин, у меня почему-то сел голос.
На мою фан-встречу никто не пришел. Я говорю, что... Какой у вас тип? Тип чего? Я с Алматы. Ну, мужчин. Целеустремленные. Амбициозные. Добрые. Юмор тоже очень важен. Не знаю. Верные. Настя буквально вчера вела эфиры. Ребята, я не хочу замуж. Пока что не планирую. Мне кажется, это очень рано. Чей это аккаунт? Почему мы друзья? Алейна 77878. Кто это? Султан, что за аккаунт у тебя странный? Ужас. Турки, не знаю, нет. Я очень люблю свою страну, свой город и думаю, что пока да. Ты всегда такая ухоженная. Да. Но мне кажется, это база всех баз, разве нет? Алейна. Что за странный ник у тебя, отвратительный? Я уже хотела отписаться. Чем ваш характер отличается от сестры? Блин, не знаю. Я, наверное, менее импульсивная, чем Настя. Вот. Я так не знаю. Характер у нас в целом одинаковый. Просто зависит все от настроения. Султан, у меня после тебя тут турки какие-то. Нет, я не учусь в университете. А, Стефани, привет!